Тащи. Ребята, всем крепкого здравия. Понравилось мне в прошлый раз ловить достаточно хорошую рыбу на поплавок на живца, и поэтому я сегодня приехал на домашний водоем, чтобы закрепить результат. В общем, наловил уже живцов, таких достаточно крупных ельчиков, поэтому сейчас пойдем и уже будем пробовать ловить. Ну, сейчас дождик. Он сейчас будет отдохнуть, все вещи переложить в дырный мешок. Сейчас по-быстренькому соберем ласточку. Ласточка у меня вот такая вот. Поплавочек на 2 грамма, на 2,5 грамма. Вот. И поставил я еще вольфрамовый поводок. Так, ребята, вот встретил человека. Как зовут-то? Антон. Антон. Вот Антон подписан на канал. Давай, Антон, ни пуха, ни пера. Да? Ну что, ребят, начинаем потихоньку заходить и рыбачить. Ну, первый пошел. В общем, ребят, с поводком из вольфрама как-то плоховато клюет, поэтому я решил поставить флюорокарбоновый поводочек и крючок чуть побольше, потому что живцы крупные. Сейчас будем проверять. Ребят, клюнул первый кошмарик, покушарик. Не крупный, мелкий. О, ребят, попал. Попал, красавчик. Крупнёк. Какой. Красиво. Будешь брать? А? А он заглотил. Мелковат сегодня окунёк. По самые помидоры. Сейчас дождик кончится, можно приклевать будет. А может быть, слушай. А я сначала с этим вольфрамовый поводок поставил. А-а-а. И ни хрена не хочет. Ну я видел, ага, менял. Ну, вот. Ну. Поставил из лески, ну из этого, из флюорокарбона, короче. Даже. Нормально, конек. Добрый, ага. Грамм 120, наверное, весь. Для наших туристов. Да мне тут это, товарищ, фотки прислал. 600 грамм. Ну вот вчера, ой, вчера, прошлую субботу тоже, ну, такое, наверное, окунь. Грамм 400? Да. На червяка? Ну, он на полкило. Нет, он на спине. А, на спине? Он на удочку не дает. Ну, видимо, выходы тут какие-то есть. Видимо, выходами какими-то. Ну. Ну что, продолжаем разговор. Перешел я, ребят, на другую сторону. Сейчас попробую еще здесь
живец у меня есть. Так что почему бы нам тут не закинуть его? Сейчас попробуем. Тащи. Была сейчас поклевочка. Смотрим, может еще клюнет. О. Тащи. Есть. Косматый, полосатый. Клюнул. Давай, беги. Чуть-чуть покрупнее окунёк попал. Буквально чуть-чуть. Темный. Красивый. А крупных нету. Странно. Ловцы кончаются. Надо будет скоро идти на ух ловить. Есть. На тяге стоит окунёк. Что-то такой весь мелкий какой-то. Сейчас перехожу на другую сторону. Надо будет там мальков сейчас подловить немного. И можно будет снова порыбалить. Потому что хочется окунька покрупнее словить. Сейчас одной утке кинул кусок хлеба, она приплыла, еле-еле схватила его, и вот еще приплыли собратья, и вон одна еще на колесе сидит, что-то там тоже ест. Надо будет им еще хлебушка сейчас подкинуть, кусочек побольше, чтоб поели. Ну что, повезет нам живцом-то, нет? Думаю, должно повезти. Вон его тут сколько. Эх ты. Ну, есть. Есть живчик, есть. Ну, прошло буквально совсем минут 10, и я вот наловил уже вот только вот живца опять хорошего. Так что можем продолжать. Вечерний клев впереди.
Я прям надеюсь, что получится поймать хорошего окунька. Ну такого прям на 300 я бы уже был рад. Чуть-чуть покрупнее. В шахте просто. Клёв сегодня, конечно, из ряда вон. И рыба мелкая. Но, с другой стороны, все равно присутствует определенная доля азарта. Потому как рыбалка на живца, она непредсказуема. И сейчас буквально ты ловишь мелких окуней. А через 2 минуты тебе клюнул горбач на килограмм. Так что это все, конечно, очень интересно. И каждый раз, когда приходит поклевка, сердце замирает. Решил попробовать обследовать еще вот это местечко. Довольно-таки быстрое течение. А вот на той стороне как раз затишок. Уходит струя и крутит. Кто его знает, может там кто-нибудь есть. Ну, обычно достаточно нескольких проводок, чтобы это понять. О! Давай. О, вот это хороший. Вот он. Красавец, молодец. Горбатенький. Гугуй. Красавчик. Красавчик. Тоже поинтереснее рыбка. Попала. Хорошо, окунёк. Толстенький. Ну какой. Схватил. Схватил. Тащи его давай. Опять мелкий. Пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. О! О, какой хороший. О. О. Вот это мощь. Какие жесткие окуни. Ну давай. Ешь его. Ну. Ну, 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 ну.
Вот это акушара. Фу какой. Угу. 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 Кто-то жрет моего малька. О, ну как, как хороший. Красавчики какие, заглотил, придется брать его. В общем, ребят, закончились у меня живцы. Намочил я свою главную камеру. Но я думаю, что на сегодня хватит. Я надеюсь, что у меня получилось заснять какое-то количество красивых поклевок и вас порадовать. Ну и у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.